Добрый день, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на моем канале, на канале Алики Мирной. Итак, у нас с вами Таро прогноз. Карта дня на 2 декабря 2023 года. Давайте с вами посмотрим, какой это для нас день, что он нам принесет 2 декабря 2023 года. Прогноз у нас общие тайм-коды, и я пропишу ниже под видео в описании. Итак, общая карта дня. День достаточно хороший такой, отлично подходит для работы, да, но может быть кто-то в субботу работает, либо берет работу на дом. То есть тут у вас будут какие-то дела, финансовые хлопоты, увеличение вашего дохода, получение выгодных заказов. Ну, кстати, могут быть также и покупки. С кем-то, может быть, будете рассчитываться, как рассчитаетесь за какую-то услугу, за что-то. Но это то, что будет во благо. Хорошо, что в позитиве? Выход из депрессивного состояния. Вы поймете, что доставляет вам какую-то печаль, допустим, да, или что в жизни происходит, да, такое, что вот вас как будто не пускает, не дает возможности развиваться. То есть вы определите какую-то причину, то есть вы ее найдете. И этот вопрос решите. То есть вы избавитесь от каких-то невзгод. Снимите что-то, да, может быть, это какая-то чистка, может быть, это будет какой-то там ритуал, к примеру. Или вы в целом просто поймете, что общение, допустим, с тем или иным человеком, ну, вот вам, допустим, не во благо, да, то есть, соответственно, надо общение будет свести к минимуму, к примеру, да, если вообще, в принципе, прекратить невозможно. То есть тут будет понятна причина какого-то негатива и освобождение, очищение от этого, выход из затруднительного положения. Что в негативе? Желание, знаете, получить что-то здесь и сейчас. То есть, если вы думаете, что сразу будут какие-то изменения, ну вот буквально по мановению волшебной палочки, то нет. То есть, должно будет пройти какое-то определенное время, да, и этот человек может расценивать как в негативе. Дальше, что еще в негативе? Соседство какое-то. То есть, может быть, вы что-то узнаете про ваших соседей. Может быть, поменяется ваше мнение об этих людях. То есть, тут мы видим соседей, которые общаются друг с другом. Но тут что-то будет, какое-то общение будет не в вашу пользу. То есть, там, может быть, человек лукавит или что-то делает. Но, в принципе, я думаю, что это то, что для вас станет ясным и понятным в этот день. Может быть, это, кстати, люди, которые предлагают дружить с семьями, да, то есть вот как-то так. То тут надо понимать, с какой целью они это предлагают, почему они интересуются вашей семьей, что им конкретно нужно. То есть, ну, посмотрите, что эти люди скрывают, чего они не договаривают вам. На что следует обратить внимание? На какой-то новый путь, новый подход, неожиданность какую-то. И на то, что, чтобы из вас, знаете, чтобы вас не обвели вокруг пальца. Потому что кто-то может по отношению к вам хитрить. Что в личных отношениях? В личных отношениях, в принципе, все в порядке. Общение, партнерство, да, партнерские отношения очень важны здесь. Поддержка, дополнение друг друга. Вы поддерживаете, защищаете друг друга, независимо от того, на расстоянии вы или нет. То есть вы как единое целое. Защита, защита высших сил в этот день. Что в рабочих,
Что в работе? Так, ну в работе здесь какие-то документы, тайна. Вам что-то станет тайное известно. То есть вы узнаете чьи-то секреты, допустим, секретный какой-то ингредиент, да, или секретный там метод. То есть вы сможете в чем-то разобраться, перед вами откроется информация. А соответственно, вы улучшите качество вашей работы. Какой-то день для поиска работы? Никакой. Оставьте это дело, займитесь чем-то другим. Если запланирована встреча, ну, встреча, знаете, будет такая немного напряженная и может быть чувство беспокойства при этой встрече, но вы должны понимать, что у вас здесь есть как защита какая-то, вы защищены. Или на этой встрече вы получите защиту. То есть, может быть, вам кто-то что-то гарантирует, там, пообещает или сделает для вас. То есть, или же вы будете оказывать такие услуги другим людям. То есть, тут будет стоять вопрос защиты. Хорошо. Какой-то день для покупок. Покупайте. Хороший день. То есть, это то, что будет вам на пользу. Можно ли давать деньги в долг? Нет. Можно ли брать в долг? Да. Можно ли брать кредит? Да. И общий совет карт. Маг. Ну, вот этот день достаточно такой серьезный для каких-то магических дел. Очищение, защита. Ну, опять же таки, помним о том, что магические дела, но которые являются светлыми, не во вред кому-то. Это раз. Во-вторых, совет. Проявите все свои таланты и навыки. Прислушайтесь к вашей интуиции. Здесь будет речь идти о каких-то амулетах, о защите. Вот я вижу все равно вот как защиту какую-то. Либо, если она у вас уже есть, она сработает в этот день. Либо вы приобретете что-то, как амулет какой-то, сделаете, может быть, себе амулет. Там сами или закажете у кого-то. Отличный день, да, для каких-то договоренностей. То есть договаривайтесь. Консультация. Воспользуйтесь консультацией. Хорошо, давайте посмотрим послание фей. Расслабьтесь, и все получится. Не пытайтесь держать все под контролем. И перед вами распахнутся все двери. Ну, так. То есть за что-то не надо держаться. Нужно что-то отпустить. Хорошо, давайте будем смотреть далее, что там у каждого знака зодиака. Как обычно, да, мы начинаем с Овна. Овны, какая у вас карта дня? Хотела спросить, как у вас дела? Вы пишите, на самом деле мне очень приятно, когда я читаю ваши комментарии, ваши отзывы. Я понимаю, что то, что я делаю, это кому-то надо. Мне тоже приятно. Итак, Овны. Ну, для Овнов очень хороший день. Здесь, как опять же, такие вопросы защиты, оберегов каких-то, ритуалов, чисток. То есть это все вы будете обдумывать, оговаривать, может быть, кто-то что-то будет делать. Далее, тут могут быть какие-то договоренности, может быть, заключен какой-то союз, партнерство с кем-то, кто находится далеко от вас. То есть, как будто партнерство на расстоянии. Может быть, в другом городе или в другой стране. То есть, вы будете взаимодействовать, о чем-то будете важном договариваться в этот день. Но в целом вас ожидает успех. То есть, вы получите желаемый результат в итоге. Так, сейчас. Ну,
Время. Сила ваша заключается во времени. То есть, может быть, у вас есть время на что-то, время на подумать, время на то, чтобы принять решение, время на то, чтобы реализовать задуманное. Полагайтесь на вашего партнера, на вашего союзника. Тельцы, карта дня для вас. Так, ну для тельцов день достаточно будет такой напряженный, по той простой причине, потому что вы будете с кем-то вести переговоры, вы захотите получить желаемое, да, и вам нужно будет этого человека обработать, как будто бы уговорить, произвести впечатление. И я вам скажу так, что здесь будет какая-то хитрость. И знаете что? Скорее всего, что вы не на того делаете ставку. Вы будете договариваться с человеком, который может производить одно впечатление, а по факту может хитрить. Или может что-то скрывать от вас, не договаривать вам. Поэтому будьте аккуратны, если вы хотите там подписать какое-то соглашение, допустим, или доверить кому-то что-то, то вы должны понимать, что этот человек, он с хитрецой. И вполне вероятно, да, то есть он будет точно так же преследовать свои интересы, и не факт, что они с вашими будут совпадать. В целом, вы сможете обойти какую-то негативную ситуацию, и все для вас решится с благополучием. В чем будет ваша сила, тельцы? Ну, вы знаете, чего вы хотите, и вы будете к этому идти. Совет. Больше настраивайтесь на позитив, больше радуйтесь, больше улыбайтесь. Во всем старайтесь искать что-то положительное для себя. Близнецы, карта дня для вас. Так, ну для близнецов день напряженный. Тут будет решение вопросов каких-то финансовых. И скорее всего, что это решение будет связано с потерями. То есть, может быть, нужно что-то заплатить. Да, за какую-то услугу. Или вам нужно что-то приобрести, купить что-то. Или необходимо пройти курс лечения, допустим, дорогостоящий. И тут будет стоять вопрос о том, что нужны деньги на дорогу, на продвижение, на реализацию чего-то. И вы как будто будете пытаться, ну, либо собрать эту сумму, либо будете договариваться с кем-то о том, чтобы вам помогли финансово. Потому что нет каких-то ресурсов у близнецов, чего-то вам не хватает. И для того, чтобы этот вопрос разрешить, вам нужно будет к кому-то обратиться. Да, тут что-то связано с дорогой, с мечтой, с карьерой, то есть что-то на перспективу для вас. Сила ваша будет заключаться в том, что вы знаете, чего вы хотите, вы ставите перед собой цель, и вы к ней идете. Совет. Не теряйте надежду, не теряйте веру. Раки, карта дня для вас. Так, ну для раков день достаточно такой, в принципе, спокойный, но тут вы будете шаг за шагом продвигаться к своей цели. Во-первых, тут может быть встреча у вас с каким-то достаточно мудрым, сильным человеком. И на эту встречу, скорее всего, что вы отправитесь не одни, то есть с вами будет еще кто-то.
То есть получение желаемого результата. Вам кто-то может передать сил и открыть, что-то для вас открыть. Перспективы. Улучшить ваше состояние, самочувствие. Кстати, обратите внимание на ваше здоровье. Но тут помощь. Помощь и поддержка будет со стороны вот какого-то человека. И скорее всего, что это как или целитель, мудрец какой-то, знахарь, человек опытный. И именно этот человек с вами чем-то поделится. Он как будто будет открыт к вам. Да, вот здесь я вижу вас, вот в этой карте. Вы протягиваете руку. Да, вы как что-то даете или просите о чем-то. В чем сильно нуждаетесь. И вот этот человек, он вам даст что-то. А почему даст? Потому что здесь как растущая луна. То есть он что-то вам дает. И вы начнете как будто с чистого листа. Так, ну, в общем, тут такой вот момент. Обратите внимание, да, с кем вы будете встречаться, общаться в этот день, как у вас проиграется. Но сочетание здесь достаточно сильное, да. Вы получите ключ к тому, чтобы открыть вот эти какие-то замки, то, что вас сковывает, мешает. Вы сможете освободиться от чего-то, сможете снять какой-то негатив. Сможете решить что-то для себя. Да, и, соответственно, действуйте, отправляйтесь в путь, заявляйте, просите, говорите. То есть тут должна быть инициатива с вашей стороны. Но я думаю, что вы будете все-таки не одни в этом участвовать. Львы, карта дня для вас. Так, ну для львов здесь какие-то потрясения, какие-то новости. Что-то вас может шокировать, что-то вас конкретно удивит. Скорее всего, что то, о чем вы долгий период времени думаете, что вы вынашиваете, да, вот как в своей голове, какие-то планы. Вот это придется что-то отменить. Что-то пойдет не так, как вы планировали. Потому что, как говорится, мактуб, так суждено. То есть не все то, что мы планируем, или то, о чем мечтаем, сбывается, да, или сбывается именно в той форме, в том виде, как мы это себе представляем. И вот башня говорит о том, что что-то будет меняться, что-то будет трансформироваться, что-то будет не так, как мы себе придумали, не так, как мы это себе понимаем. И вот к этим изменениям вы должны быть готовы. Сила ваша будет заключаться в том, что вы целеустремленные и вы покоряете вершины. Посмотрите на что-то с другой стороны, то есть какие-то будут перемены в вашей жизни. Девы, карта дня для вас. Так, ну для дев здесь что? Тайная какая-то любовь, тайные какие-то мысли, увлечения, пристрастия, допустим. Но в целом здесь идет речь о том, что у вас есть связь с достаточно сильным человеком. Да, то есть тут что-то вы от этого человека получаете, кто-то за вас заступается, кто-то вас оберегает. Возможно, это, кстати, даже высшие силы или высшие силы будут действовать через кого-то, но тут будет вам приходить что-то хорошее в вашу жизнь. Партнерство, союз, вы будете дополнять друг друга с кем-то. То есть вы действуете как-то воедино, сообща и ради какой-то одной поставленной цели. Откроется тайная информация. Тайные знания могут открыться в этот день. Что-то будет связано с дорогой, с перемещением, с продвижением вперед.
Ну, сила ваша будет заключаться в том, что ваши помыслы чистые, хорошие. Больше медитируйте и концентрируйтесь на чем-то. Прислушайтесь к себе. Весы, карта дня для вас. Так, ну для весов день хороший. Здесь дорога. Дорога, поездка, перемещение, переезд. Будете очень активны в этот день. Получите какую-то победу. Да? То есть сможете победить в каком-то вопросе или в каком-то деле. Вас признают победителем или лучшим там, в той или иной там, области, допустим. И вы получите желаемый результат. Быстрое решение каких-то вопросов. То есть то, чем бы вы ни занимались в этот день, у вас будет все получаться очень быстро. Да? И вот вам в этом, кстати, будет помогать какой-то предмет. Что-то вам будет помогать, вещь какая-то поможет. Сила ваша заключается в любви, в истинных каких-то чувствах. Любовь. Относитесь ко всему с любовью. Дарите любовь, дарите внимание, заботу. Скорпионы, карта дня для вас. Ну, для скорпионов здесь очень день достаточно такой серьезный, и в большей степени будет связан он с духовным развитием. Помощь и поддержка высших сил, защита. Вас будут оберегать. Вас будут оберегать, защищать. Получите знак какой-то о том, что высшие силы как будто с вами. Обращайте внимание, кстати, на знаки. И брак. Важную роль будет играть брак, брачный союз. Какой-то ваш партнер по браку. Если вы не замужем или не женаты, к примеру, да, то есть это может быть встреча с человеком, который будет для вас очень близок. Может быть, вы встретитесь с вашим учителем, духовным наставником, допустим. Или будете практиковать с кем-то духовные практики. Ну, потому что здесь идет речь о духовном развитии в целом. Сила ваша будет заключаться в проворстве. То есть вы сможете как-то быстро сориентироваться в чем-то. Поймете, куда вам необходимо двигаться дальше. Что вам нужно делать. Совет. Посмотрите на себя со стороны. Оцените ситуацию. Стрельцы. Карта дня для вас. Так, ну для стрельцов здесь как какие-то кармические отношения, кармический союз, партнерство. Будете проходить какой-то урок. Скорее всего, что этот урок будет только начинаться в вашей жизни. То есть тут какое-то начало будет. И то, что принесет вам благополучие, то, что принесет вам удачу. Вообще какой-то союз у вас будет такой удачливый. Люди, которые вас окружают, они будут вас радовать в этот день. Но я думаю все-таки, да, что здесь начнется какая-то кармическая задача. Вот какой-то урок кармический вы будете проходить. Это будет что-то связано с дружбой, с отношениями, с близкими людьми. Да, проявляйте себя, проявляйте свои способности, экспериментируйте, будьте открыты каким-то практикам.
Козерожки, дорогие карты дня для нас. Так, ну, козерожки здесь могут избавиться от какой-то нехорошей ситуации. То есть, скорее всего, что откроется какая-то тайна, какой-то секрет, чьи-то тайные замыслы нехорошие, да, то есть и вы сможете это дело проработать, вы сможете с чем-то справиться, сможете очиститься. И, скорее всего, что это связано, знаете, как-то по женской линии в большей степени. Но вам как откроют информацию какую-то, откроют глаза на что-то. С благополучием вы пройдете все. Все пройдет так, как надо. И вот у меня такое впечатление, что просто есть недоброжелатели какие-то, которые могут вредить, могут создавать нехорошие обстоятельства вокруг вас. И вот вам станет известно, вы сможете с этим разобраться, вы сможете это, знаете, как-то нейтрализовать. Ну, солнце, все, сила ваша будет как в солнечной какой-то энергии, в свете, да, вы сможете пролить на что-то свет, или вам кто-то прольет на что-то свет. Победа, прилив жизненных сил. Да, вот у меня такое впечатление, что кто-то создает какие-то трудности, преграды на вашем пути, и вот вы сможете избавиться от этих преград, вы сможете что-то для себя пройти, и настанет свет, как будто начнется светлая полоса вашей жизни. Совет. Загляните как в колодец. Колодец – это, в принципе, что это такое? Это как наше подсознание. Тайные знания какие-то. Может быть, это что-то связано с эзотерикой, допустим. Глубинные какие-то тайные знания. То, что закрыто от нас, вот, как будто на первый взгляд. Но смотрите, на этой карте тоже встает солнце. То есть в вашей жизни будет перемена. Водолей, карта дня для вас. Для водолеев скорые, быстрые перемены. Какие-то что-то будет у вас в жизни меняться. Узнаете тайные какие-то новости. То есть то, что от всех было закрыто, вам сообщат, поделятся с вами какой-то тайной каким-то секретом. Важными будут вопросы, касающиеся дома, приобретений для дома. Может быть, вы вернетесь домой, или вы пригласите кого-то к себе в дом. Тут подарки могут быть. Может быть, кто-то к вам приедет в гости. Вы будете кого-то встречать или будете договариваться об этом. Но в целом все у вас получится. Будьте более активными, более яркими, знаете, такими жизнерадостными, целеустремленными. Дайте волю всему этому. Рыбки, карта дня для вас. Так, ну для рыбок здесь будет быстрое развитие какой-то ситуации. Вы сможете, кстати, выйти из каких-то пут оков, освободиться. Вы сможете от чего-то освободиться, освободить свою магическую энергию, освободить какую-то определенную силу. И тут, может быть, вы узнаете, получите какую-то информацию о ком-то и решите разобраться с этим. Что-то отсечете от себя. Вы можете узнать, кстати, о ваших тайных, каких-то тайных и не очень тайных врагах, но вы дадите этим врагам отпор.
То есть здесь в большей степени будет все ориентировано как-то на защиту вас от каких-то недоброжелателей. Вот они там сидят в норке, что-то замышляют. Но сила ваша будет заключаться в любви, все-таки в сострадании, в милосердии. Как-то так. Совет. Прислушайтесь к тому, что вам говорят. Вы получите какую-то важную информацию для себя. Откройте для себя что-то новое и очень необходимое вот в этот день, в этот период. Вот такой у нас получился с вами прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго.